На протяжении дня 1 сентября силы антитеррористической операции выполнили ряд операций по укреплению своих позиций на рубеже населенных пунктов Комсомольск-Раздольное в Донецкой области. Такую информацию обнародовал на брифинге спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Позиции, которые заняли украинские силовики, дадут возможность помогать выходящим из окружения из-под Иловайска подразделениям АТО. По словам Лысенко, украинская армия также обеспечивает охрану и несение службы на блокпостах вокруг города Мариуполь.